Еду на ТО. 60 тысяч километров. Погода не особо. Какой-то дождь ледяной идет, что-то такое. Ну, вот так вот выпало. Ехать 120 километров до Ростова. И далее сдадим машину на ТО. Сейчас 59 734 километра. Как раз. Все будет сделано вовремя. Сегодня 23 января. Как видите, трасса М4 не чищена. Вот в таких условиях мы ездим. Каша. А это строим мост. Строим мост мы уже долго. Нудно. Перестраиваем. Достраиваем. Эх, дороги, грязь да туман, холода, тревоги. ДПС, обман. Вот видите. То одна дорога, то другая. Эх, дороги, грязь да туман, а впереди засада. Расчехляй карман. Впереди туман, позади обман, кто-то хочет обгонять. Скорость небольшая у нас. Гонять по такой дорожке не будем. Въезжаем в область тумана. Трасса зимой М4 это... Вещь непростая. Базарчики.
пасеки. Причем мы сейчас заезжаем в место, где близко к поверхности расположены массивы камня. Кстати, здесь пластушку добывают. И от этого здесь температура минус 3. Там у нас было минус 2, то есть холоднее. И обычно туманы, наледи и все такое прочее. Движение оттуда какое-то плотное довольно-таки. До связи. Как я сказал, туман загустился. Уже была одна авария, брошенная машина стояла на обочине. Сложные дороги. Зимой переметы, вот здесь более-менее почищено, полито реагентами, а так вы видели. Что творится на трассе? Минус 3 у нас. Туман где больше, где меньше. Вот здесь обычно стоит камера. Вон она, машина стоит. А вот она и камера. Вот она. Так что все, сначала камера с радарами, а потом ДПС. Сейчас будет и ДПС. А вот ДПС. Ну, здесь он и должен быть. Впереди легендарный мост. Сколько его не делали, он весь в дырах. Вот уже предупреждение, что кочки на дороге. Правильно сказать, не кочки на дороге. Вот они. А ямы на дороге. Так, это так. Это, так сказать, цветочки. А сейчас будут ягодки. Заранее снижайте скорость. Включайте подвеску помягче. Вот он, легендарный Шахтинский мост. Эх, дороги, дыреки вокруг, колесо сломаешь,
Осторожней, друг. Ну так, почистили. Уже две машины на обочинах с той стороны было. Улетает. Видать, сильный был снегопад ночью. Под утро подледенело все это дело. И машинки полетели на скользких поворотах. Здесь уже температура 0. Наш Моби Дик уверенно скользит, как океанский лайнер. Я его сравниваю. Машина для таких дальних океанских переходов. Комфорт, удобство, плавность, надежность, уверенность. Все присутствует. Поставил музычку, если надо. Массаж кресел включил. И поехал. Подъезжаем к Новочеркасску. Его полностью разобрали и делают, хоть открыли дорогу под ним.
Так, здесь у нас светофор. Подъезжаем к Ростову. Сейчас появится мега. Вот она мега. А за мегой уже будет наш центр. Все в тумане, ё-моё. Огромное здание, и то не видно. Ягуляр лезет. Он крадется. О, молодец. Мы его пропустили. Набираем очень быстро ход. И сейчас появится наш сервисный центр. Перестраиваемся. Еще разок перестраиваемся. Вот такая вот езда. Ну хорошо, добрались довольно-таки быстро мы. Из дому до центра. Главное, чтобы нигде пробок не было. Ту-ду-ду-ду-ду. Ну вот он. Ключ авто. Это Ягуляр. Он к себе в норку. А вот видите, уже Лексуса пошли. Это наши. Да, еще FX. О, да тут пробка. Въезд в Ростов. Хорошо, что нам не надо въезжать в Ростов. Большие. Снежные дела были. Трейд-ин. Ну вот он, Ростов-на-Дону. На дому, 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 дому. Ой, да ну, да ну, да ну, да ну, да ну. А я заехал в Ростов-на-Дону, да ну, да ну. А ребят, видали-ка? Вот так вот надо. Отстегиваемся. Выключаем все. Опачки. Ой. Ой, да ну, да ну, да ну, да ну, да ну. А я теперь в Ростове на Дону. Ой, да ну, да ну, да ну, да ну, да ну. А я в Ростове на Дону. Бегают. Ну вот, отдадим Моби Дика. А тут...